Чебоксары вошли в туристический проект «Яркие выходные в Приволжье». В его рамках можно посмотреть интересные экскурсии в 10 городах России. Один из организаторов проекта – общество с ограниченной ответственностью «РЖД-тур». В Доме правительства Чувашии состоялось подписание соглашения по развитию железнодорожного туризма. Поезда вместимостью от 108 до 360 человек могут уже в июне привезти в Чебоксары гостей из разных уголков России. Для них в республике сформированы туристические программы с участием музеев, предприятий общепита, транспортного сообщения, экскурсоводов. Железная дорога как река, которая должна привести к нам туристов, и не только туристов-однодневок, экскурсантов, но и туристов, которые будут оставаться в регионе, в республике. Поэтому помимо Чебоксар, мы предлагаем еще один центр, Канаш, который является важным транспортным узлом. Кроме Чебоксар, в проекте участвуют Москва, Самара, Саранск, Казань и другие. На сегодняшний день в этом проекте уже участвует больше 9 регионов. Чувашия – это будет 10-й регион. Вот, то есть такой юбилейный, я бы сказал. Надеюсь, что это будет не просто цифра 10, это будет цифра успеха. То действительно регион очень интересный. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика.